И раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала NR Games. Продолжаем мы свое прохождение в игре Mount Blade 2 Bannerlord. Играем мы за Трувора, который прибыл на континент Кальдрадия, дабы помочь братьям Стургам в их неравной борьбе с другими фракциями. Так, значит, в этой серии мы будем следить за Эпикратеей, в котором мы искусственно сделали мятеж, да? Захватили Эпикратею, искусственно сделали мятеж, дабы посмотреть, кому эти мятежники из Эпикратеи присоединятся, какой из империи, какой из фракции, потому что предыдущие мятежники, Варчик, с которым воевал наш клан Кривичей, да, присоединился к Стургам, и у Стургов появился новый клан Вианешев, да? Вианеш, да. Не, подожди, лидер Вианеш. А клан, ну, Вианеша, да. Вианешена. Вианеша. Правильно? Виашена. Тьфу, блин. Пардон. Вот за каламбур. Теперь. Стурги у нас воюет, получается, сейчас Стурги. Северной империи и Вландии. Здесь вот небольшая армия Северной империи, которую сейчас мы будем догонять, разбивать. Также мы, по-моему, захватили замок, да, Реймтал. Один из отрядов нашего клана захватил этот замок, уже не помню кто, напомните в комментариях, если помните. Вот, этот, в принципе, замок нам тоже не нужен, гарнизон мы там не размещали. Пускай враги его забирают, разрушают, да там и так уже, по-моему, процветание так себе. 300, благополучие 357, но так себе приносит доходы он. Вот, самое главное, следим за Эпикратеей. Так, ладненько, погнали в бой. Небольшой будет у нас стримчанский. Стримчанский, кстати, проходит на ВК Плее, братцы. Запись потом, как обработаю, выложу на YouTube. Не знаю, сегодня она обработается или завтра. Посмотрим. Может быть, если успею, если времени будет, заранее отпишусь в сообществе YouTube или ВК. Просто времени сейчас прям в обрез. Впереди еще две ночи рабочие, поэтому делов очень много. Не только работа, но и домашние. Поэтому сорян, братцы, что так задерживаюсь. Так, ладно, в бой. В бой. Лучники. Свободное построение. Пошли вперед. Пехота, свободное построение. Тоже вперед. Левого фланга держимся. Кавалерия, сколько у нас? Двое человек. Давай по правому флангу вместе с конелуками. 11 человек. Где мой чай? Вот мой чай. Также по-прежнему мучаюсь с наушничками. Наушники у меня начали барахлить, пока еще новые не приобрел, тоже времени пока нету. Так, пехота там спешились, лучники, если есть кто на конях, тоже спешились. Сколько врагов у лучников? 27. Так, пехота, ближе подходим. Идем ближе. Лукари стреляем. Пехоты бежим. Кавалерия стоим. Не, тоже поближе, наверное, подошли. С конелуками. По правому флангу. Все, пехота по правому флангу тоже вперед. Давай там попробуйте вражескую кавалерию закидать металлочкой. Братишки. Так, конелуки стоим. Хотя кавалерия может в атаку с конелуками, давай. Пускай идет. Опа, движуха пошла. Опаньки, пехота хотела что-то какой-то... Выпад сделать, блин, засмотрелся, не заметил дерево. Лучники, ну-ка давай-ка в атаку вместе с пехотой тоже. А ты с коня давай. Все, братишки, добиваем их. Нормальненько, пока у нас двое раненых, убитых нету. Та-да-тфу. Давай еще раз, Эвривон, в атаку, добивай их. Джвалиц. Получилось бедуинов взять в плен. Еще посмотрим, кто там упал в плен. Че, у них один, два, один. Один остался кавалерист. Этот будет нам долго мозги компенсировать, если мы его сами не спешим.
Все, добивай его. Что, самому теперь добить? Все приходится делать самому. Вон, молодцы. Четверо раненых у нас. Так, и Крем, ты друг, враг Роганваду. И не друг, и не враг, а так. А значит, в плен. Значит, в плен из пленников. Кого мы в плен возьмем? О, джувалийцы, бедуины, четверо. И все? И все. Ну и ладно. Джавалийцы, бедуинцы подойдут, и трофеи, естественно. Естественно, трофеи. А, такс. Теперь по прокачке. Семеро воинов. Закачаем. Одного можем мы перенанять, да? Да, избранного волка у нас один. Так, избранного волка у замка Пендрайк, по-моему, стурги, да, тут, ну, тут вылазка из замка Пендрайк. Пошли-ка быстрее туда, а все уже поздно. Так, Белорн и стурги взят в плен вландийцами. В этом замке, да? Ваше поселение замерка Рейнтал под осадой, да и фиг с ним, с этим Рейнталом. Так, Андрес тут бегает. Сулилк. Андрес за Мимиром бежит. Да, давай тогда Мимиру поможем. Потому что он его сейчас в плен возьмет. Коп. Двоих даже мы цепанули. Андреса и Джарона. Так, Андрес. Андрес, друг, враг Роганваду. Ну-ка скажи, ну-ка покажи. Не друг и не враг. Понятно. Давай тогда биться. Готовы в бой. Смело мы в бой пойдем. Имперцам проклятым мы жопа надерем. Куда это они левее? Пошли топиться, что ли? Ну, также, лучники, давай-ка на позицию. Пехота, попробуем с левого фланга зайти. Кавалерию мы посередочке пустим. Кавалерию конелуков по правому флангу. Ну, там один кавалерист у нас. И один из конелуков. Отлично, враг пошел, по-моему, в атаку. Да. Конелуки тогда давай в атаку. Кавалерист, давай тоже в атаку. Отправьте их в ад, ребята. Пехота стоим, подпускаем кавалерию. Металлочкой их немножечко там подрядили, братцы. Братцы, братцы. Во-во-во, вижу эффект, вижу эффект. Все, пошла сеча. Рукопашечка в пехоте. Вот этих кавалеристов, выходящих из чаржа. Угу. Немножко их тоже подрихтуем. Пехота пошла в атаку, луки пошли в атаку. Все, добиваем, разбиваем центр. Один у нас убит. Кого-то мы одного потеряли. На-на. Свои пацаны. Everyone в атаку. Сколько их осталось? 8 человек. А, еще одного убили. Конелука. Главарь степных бандитов у нас погиб. С пехоты. И каракиргизский старейшина Конелук. Жалко. Каракиргита. Ну что там, кавалеристы опять остались? Четверо. Наш флаг? Какого хренка? Каркергит как раз был с флагом. Его и мочканули.
Тихо. Все готово, отличненько. Так, Джерон, мы тебя смотрели, да? Но еще раз посмотрим. Рыганва, дюще. Не-не-не-не-не, то в плен давай. Так, Андрес, Рыганва, дюще, то же самое. И не друг, и не враг, да? Да. Давай в плен. Так, Мимира мы освобождаем. Улучшаются с ним отношения с гундравингами до 96. Неплохо. Так, в плен. А, не в плен, мы освободили воинов. Наемников, разбойников нету. Увы. Ну, налетчик ветеран мне не нужен в Канелуке. Если стульгийские ветераны, то есть охраннички каравана, ботанистского каравана ветеран, один кавалерист, что ли, у нас будет, ну давай его возьмем, ладно, его и охранника стульгийского каравана, два кавалериста, хорошо. Добычу, естественно, и уходим дальше. Так, а что у нас под предприятием там? Под предприятием. Гончарная мастерская в Сибири начала плюс 300 приносить. Гончарная мастерская в Ранавополе 211. Два города рядом. Кожевная мастерская в Ранавополе 234. Золотые монетки в Бальгарде 160. Гончарная мастерская. Гончарная мастерская в Арчике 121. Но дальше будем смотреть. А в Аморе еще пока 0. Ноль прибыли. Если что, потом перестроим. Так, готово. Готово. В пендрайк возвращаемся, да? Ух ты. Вот эти вот сейчас отдельные отряды надо загасить. Что-то они медленно идут. Или распалась армия, или бой какой-то прошел недавно. Это кого мы догнали? Мы Вахана из клана Джавал догнали. И Норд. И Норта зацепили. Пошли в атаку. Что там будет? Ландшафт деревни? Угу. Так, луки, свободное построение. Сразу быстро встали. Где там враг? 23 лучника, у него 54 пехотинца. Канелук идет в атаку. Как всегда, как обычно. Так, вот сюда вот лукарей надо. Да. Это, в принципе, вместе с пехотой. Пехота может быть немножечко вот сюда вот убрать. Да, пехота там спешились. Канелуки, давай, здесь за луками встали. Кавалеристы тоже здесь как-нибудь втесались в общую картину. Огончик, парни. Луки начали работать у нас. Так, пехоту надо убрать. Возможно, даже вот сюда вот получится ее загнать. Здесь она на НКРСВ будет стоять, когда основная масса пойдет на лучников. Если пойдут на лучников. Так, луки, стреляем, не жалеем стрел. Давай еще поближе подойдем. А, все, уже поближе не надо. Отошли назад. Враг пошел в атаку, да. Так, на пехоту там кавалеристы идут. Было 7 их, сейчас 4 стало. 3. Хорошо, пехота пошли в атаку. Блин, луки пошли в атаку, кавалерия пошла в атаку, конелуки пошли в атаку. Блин, немножечко быстро как-то подбежали, зараза. А, за мной бегут, ну и нормас. Давай. Луки как раз вас сбоку постреляют. Со знаменем, куда ж ты? Блин, да, у него же лука нету, поэтому он вперед пошел со знаменем.
Все, здесь и пехота выруливает. Вахан из клана Джавал. Вахан из клана Джавал кого-то убил из наших. Воина-пирата, собака. Но все равно его придет отпускать. Он же джавалиец, он приносит нам пленников. Это кладезь пленников. Редкой армии в Баннерлорде. Так, братишки, давайте быстрее его там завалить и одного. А, ну, пускай бежит, хрен с ним. Так, Норд. Норд. Просто в плен. Вахан, ты свободен. Воинов мы освободили, освободили, освободили. Возможно, даже какого-то знатного стурга сейчас освободим, раз воины нам попались. Также валить с бедуинов в плен. Опытные или вторые, ну давай тоже в плен. Станешь у нас разбойником, если захочешь к нам присоединиться. Ну и все, больше никого. И добыча. Нет, не освободили. Значит, у нас тут повышение. Повышение, повышение. У Вета Дева Щита атлетику она подкачала. Выносливость плюс один. Ежедневный прирост верности по контрольному поселению плюс один. Пардон. Энергичный штраф скорости из-за перегруза минус 20%. Скорость прироста очагов в деревнях, связанных под контрольным поселением, плюс 20%. Так, штраф скорости из-за перегруза и выносливость. Давай ей выносливость закачаем. Металлочка у нее еще есть. Сбивание, конечно. Шанс спешить вражеского всадника сильным ударом метательного оружия плюс 25%. Ни у кого там очки внимания не прибавили. Опа, у кого-то есть? У Ильякши Ивовой коры. Че у тебя с атлетикой? Вот атлетику мы тебе и прибавим, да. Так, по прокачке воинов четверо. Готово. Это кто у нас тут? Ноль. Ажира. Ажира сейчас на Ажира будет напасть. Надо ее прикрыть или его. Да, будут нападать джавалиец, наверное. Ну-ка, пошли отсюда вон псы. Возможно, даже пускай нападут, чтобы приманочка была. В плен возьмут. А что-то они не берут. А может быть, там стурги уже прекратили с северянами воевать? Да, они прекратили с северянами воевать, поэтому тогда и мы прекращаем с северянами воевать. Господи, ну у тебя, блин, ну не лезет же у тебя на голову, ну куда ты ее напялил? А ты кто у нас? Имперец. Больше на грузина, конечно, похож. Так. Кое-что обсудить, прийти к миру. Сколько будет стоить? 54 тысячи. А ты хитрый, жадный грузин. Так. А больше ни с кем там пообщаться не получится. С Икрен, например. Ну вот, другое дело. Хорошо выглядит коронка. Ну, не совсем хорошо, конечно, но более-менее. 54 500. Ладно, 54, хрен с ним, с половиной. Денег есть. Деньги, все. Заключаем мир Северной Империи, чтобы они нам не мешали. И переключаемся чисто на вландийцев. Угу. Так. Что у нас на карте? Замок Реймтал у нас. Бекротея по-прежнему мятежная. Вылазок вландийцев вроде бы не видно. Осад. Попробуем замок Пендрайк взять в осаду. Что там происходит? Осадить 459 защитников на 2 дня еды. На 2 дня еды. Ну-ка, давай попробуем поддержать их. Поморить их голодом. Арагур. Езду качает. Амарея черное инженерное дело качает. Сколько у нас пищи на дней? На дне... блин, сколько у нас пищи на сколько дней? На 41 день у нас пищи. 10 лямов 300 тысяч, в принципе. Че 50 тысяч жать, да? У нас еще трофеев столько, блин. Надо продать их, и будет там как раз все нормас. Мы купим это. Заключение мира. 50 тысяч. Даже больше. С лихвой. Минус 3,5 тысячи у нас идет каждый день. Так, Сатильд получает очко навыка управления. Молодец.
Она у нас на сохранении в Варнавополе. Она беременная. Так, это что такое? Кланы Марис и Кривчи. Вот! Вот. Это Эпикратея. Это Эпикратея, братцы. Это Эпикратея. Как мне отсюда выйти? Блин, оно дней еды. Мне надо посмотреть, что там с Эпикратеей. Я все-таки выйду. И я посмотрю, кому она присоединилась. Она к Западной Империи присоединилась, собака. Ну что ж, есть шанс. Может быть, это как-то рандомно, не знаю. В Западной Империи присоединился новый клан. Ну, будем опять Эпикратею тогда выбивать. Она у нас ослабленная. Будем дальше пробовать. Так, замок Пендрайк мы поморим дальше голодом. Там стурги. Мир не заключили с ними, нет. Все, посмотрим, сколько здесь защитников станет. Опаньки. Так, это что у нас? Замок Реймтал в осаде. Пофиг на него. Армия Валандийская пришла. 1270 воинов. Еще отряд какой-то 120 идет воинов за армией. Кто армию ведет? Амаркон. А следом Таргут. Так, а если мы здесь будем по пути грабить деревушечки? А что нам это нам даст? Это же небольшой город, Поэтому пошли дальше. Наверное, чуть-чуть армию вот сюда вот уведем. Вот к этой деревушечке. Здесь, наверное, пограбим деревню. Применить силу, грабить деревню. Выходит 89 ополченцев. А, подожди. Стоп. Блин. Ладно, 5 человек мы потеряли. Ну, не то нажал, ладно. Что это такое бывает? Послал воинов. Зачем я послал воинов? Где армия валандийская? Что-то не вижу ее. Куда-то она развернулась, слушай. Куда-то она ушла. Плюнув на меня? Ну-ка, завершить налет. Пошли к замку вернемся, чтобы армию вернуть. А как так-то? Это плохо, куда-то она пошла. Значит, она в землях стругийских может вылезти. Опа, стурги 800. К Пендрайку идете? Да, молодцы. Я там немножечко оставил их без еды. Давайте, братцы. Штурмуйте, возможно, я вам помогу, а может не помогу, может большой город какой-нибудь возьму. Попробую. Карбанцет, например. Мятеж здесь вызову. Буду хаос сеять, короче, в осаду. 717 человек здесь. Так, троечка прокачиваем. Значит, джавалов, бедуинов заберем. Элефтерея. Одного матерого волка. 288 человек в комплекте, все. Блин, может быть подстраховать их? Там же валандийская армия больше была. Да, наверное, надо подстраховать. Ай, как бы не заманчив был... Как не заманчив был Кармбансет. Но стурги могут быть в опасности здесь. Мне надо их прикрыть. Вот, тем более, там уже бой идет. Стопэ, братцы. Тут, конечно, стурги подтягиваются. Помочь армии Хима. Да, помогаю. Только, наверное, 18 воинов вот этих вот я всех возьму с собой. Еще, пускай будет у нас перевес. И пошли в атаку. Потому что потерь, наверное, сейчас будет много. Давай расфигачим одну из армий валандийцев. Ух, блин, кавалерия, конечно, у них жопа. Жопа как много, я имею в виду. А не жопа как мало.
Так, сейчас, братцы, подождите. У меня что-то в наушниках. Жопу поставил. Или вообще я другие сейчас подсоединю. Просто какой-то пиздец. Мне, конечно, не так слышно, как в тех, но все-таки. Так, 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 так. Мне ближе к стургам надо. Где стурги? Братцы, уходим сюда. Чтоб под раздачу первым не попасть. А мы не попадем. Они в оборонке. Кавалерия только идет вперед с конелуками. А сколько нас на поле боя? 475 воинов, 523 блондица. Небольшая такая. Небольшой перевес. Все, они идут в атаку. Луки, давай сюда. Пехота, давай сюда. Кавалерия тоже. С конелками здесь. Не идут? Блин, то идут, то не идут. Что такое происходит? На поле боя. Что за срач? Пехота, ну-ка, пошла ближе. Сейчас попытаемся кавалерию тогда заманить. Вот это вот слева, который бегает. С конелуками. На тебе. И вы ушли, паны. Давай за мной. За мной, сказал. На. За мной, пехота. Стена щитов, братцы. Во-во-во-во-во, ну хоть постреляли их чуть-чуть. Развернулись собаки. Угу. Давай-давай-давай-давай, братишки. Центр там чуть-чуть подтягивается. Там лучников вам, по-моему, подтянул центр. Нате. Без коня остался чел. Оп. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, теперь ближе, 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 ближе. Пехота, держись. Красиво. Да, блин, гребаный конь подстраховал своего, возможно, наездника. Хотя навряд. Так, это имперцы, да, назад возвращаются, ага, через моих лучников. Центр стоит у врага. Как у нас там 5 потерь всего. Нашего отряда один убитый. Какой перевес? О, силы равны на поле боя. Стурги тут. Стургийская кавалерия подключилась. С левого фланга 24 кавалериста у врага. Ну, сейчас, может быть, еще, конечно, подкрепление придет. Центр на месте. Вражеский центр не спешит в бой вступать. Ну и хорошо. Пока мы с кавалерией разбираемся. Там и стургийская кавалерия атакует. Почему-то по центру. А, там конелуки атакуют. Опа. Не заметил ты.
Так, это ботаница. Ботаница в копья длиннее. Аккуратней. Ну, нормально пока, пока нормально. Надо вперед выходить, братва. Продвигаться вперед. Да, вот сюда. Сюда продвигаемся. Стуги нас тоже прикрывают. Стуги вообще вот так, по-моему, идут. Так, в свободном построении пехота. Ну-ка, давай здесь. Опа. Опа-опа. Да, пехота, сюда заходи. Луки, лучники, лук. Стрелы у вас остались? Ни хрена не осталось стрел. Или осталось? Остались. У заднего фланга. Пехота ближе. Луки ближе, вот так вот растягиваемся. Кого остались, там стрелы, стреляем. Нашего отряда двое убито. Стурги там замес устроили в центре. Блин, стурги там проигрывают, похоже. А у них что, тут кавалерия, что ли? Дорогая кавалерия хорошая. Да и пехота, похоже. Пехота вон стругийская бегает. Да, кавалерист атакует. Пока почему-то. Ах ты. Подкрался незаметно. Снайпера бегают. Да блин, кого-нибудь попади. Так, пехота, ну-ка здесь идти на щитов. Лучники немножечко вот сюда вот ушли у меня. Еще потери, да, больше стало потерь. Так, пехота, прекратили стрелять. А где стурги-то, я не пойму. Где у них пехота стургийская? Что, своих посылать в атаку? Ну, пошли тогда, ладно, в атаку. Лукарей тут загасили, братцы. Все, назад. Отступили. На счетов поставили быстро. 8 убитых у нас с отряда. 8, 9, 10 раненых. По лучникам, похоже, стреляют. Стуги, мать вашу. Какого хера вы тут стоите? Чего вы тут делаете? Кто в атаку будет идти? Блин, они в атаку идут. Ну-ка, лукари, давай сюда. Это лучники подходят вражеские ближе. Так, 11 убитых у меня уже. Ну-ка, лучники подняли щиты. У вас же есть щиты? Есть. Все, здесь же встали.
Такой пираз раз я вижу. Ну-ка, лукари, давай упали сюда, пехоту. Чтобы стурги стояли где-то в стороне, блин, и ждали, пока по ним будут вражеские лучники работать. По-моему, там забаговались. Все, волонтисты пошли в атаку. Так, убегаемся отсюда. Блять, гребаная навозная куча. Ёптать, короче, блять, все в атаку нахуй. Стурги там так и остались, блять, сдать, а эти уже догнали наших. Уже... спины многим побили, блин, что теперь? Надо в бой вступать. Потеряю я отряд, потеряю. Подстава от стургов прям конкретная. Прям охеренная. Потерял я свой отряд, братва. А вон и подкрепление вражеское идет. Ну да, всех моих тут расхерачили. Писец. Ёбаный насос. Извиняюсь. Но просто слов больше нет. Просто нету больше слов. Но надежды все-таки на стургов. Хотя у них там, блин, вон сопляжуи какие-то уходят. Так, мой отряд еще и уходит. Мои орлы. У меня еще 98 бойцов, оказывается, живы. Ну не, мы проиграли. Охрененно проиграли. Если, конечно, сейчас подкрепление не вылезет какое-нибудь там. Голландийская армия расфигачила. Истургийскую армию и наш отряд. Это мои бегут, мои бегут. Так, братва, ну-ка давай сюда. Блин, гаси их тут, а. Да не, все пиздец. Отступаем. Смысла нету просто вообще. Уходим, 23 воина, блин. 9 воинов. 206 раненых. Жопа. Вон стурги подходят, там может быть исправят положение. Да хуй они исправят положение. Это ж стурги. Зелата. Так, управление. А, подожди. Медицина. Да.
Военный врач, вероятность того, что пострадавшие при обстреле во время осады будут ранены, а не убиты, плюс 50%. Да, наверное, военный врач мы ей качаем. Ильякша, атлетика. Могущественная персона, урон оружием ближнего боя, плюс 4%. Скорость передвижения в бою без щитов и оружия, дальнего боя, плюс 5%. Могущественная персона мы ей закачиваем. Так, вот. Просто... Да. Эти дебилы, блин, встали. Ну, сколько пленников. Еще одна армия вон идет. Валандийская. Ну, будем надеяться, тогда теперь валандийцы ничего не захватят. У них война как-нибудь пройдет. Стурги там подпишут какой-нибудь... Договор, дань какую-нибудь буду им платить. Блин, мне моих надо лечить. Пойдем в деревучки здесь посидим. Ох, не посидим. За нами уже погоня. 80 челов. У меня штраф скорости сейчас идет. Прям хоть лошадей выкидывай. Перегон скота минус единичка. Или скот весь выкидывать. Или рубашить его. На мясо. Перегон скота минус 0,69. Еще лошадок придется. Блин, верблюд, откуда ты тут взялся? Мулов. Рубашить. 0,66 перегон скота. Блин, всех? Ты чё? Может, не надо? Перегон скота минус 0,42. Ну ладно, пускай всех на мясо. Вместимость есть. Верховых лошадок. Всех тогда на мясо тоже. Минус 0,18. 4,8 скорость у врага. 4,9. Но чуть-чуть подлечиться есть, если тут нас сейчас не возьмут в осаду. Один из ваших отрядов потерял лидера, он будет распущен. Кто? Мафостраница умерла от старости. Ёптеть. Отряды. Кого назначить? Ильякша, его вайкара. Медицина 90. Разведка 9. Управление 3. Инженерное дело 3. Муруглижуй. Разведка 32. Управление 8. Ух ты. Вульфир Хладнобородый. Неплох. Инженерное дело 10. Управление 71. Разведка 134. Медицина 32. Если вы продолжите, отряд останется без лидера на 2 дня. Давай, возглавляй этот отряд побыстрее. Маф, конечно, жалко. Эх, маф, страница. Отправилась предкам. Так, хорошо, что налево завернули. Там 99, он бежит. Так, стурги мир не подписали. Надо еще, наверное, лошадок жмякнуть на мясо. Ботанийских лошадок, наверное.
Да, все отличненько. Теперь только раненые. Ну, мы отрываемся здесь уже. Кстати, стурги здесь бегают. Свободно. Лесное братство. Лесной брат, помоги мне. Блин. Армия валандийская. Мятежники из Сианона были уничтожены. Так, а Реймтал еще под нами. А валандийцы не видно, чтоб какие-то стургийские города до замки брали в осаду. Пока такая война на границе, столкновение. Ну и ладно. Ну и хорошо. Че у нас там медик-то? Зилата. Зилата, солнышко, что у тебя по медицине? 125, в принципе, нормальный ты медик. Давай побыстрее лечи наших ребят. Пока вот так мор гляжу, получает уровень. Так, мор. Что тебе, разведочку, наверное, дальше качнем, да? Так, тактика лидерства есть. Давай хитрость, наверное, тебе вот сюда вот атрибут сделаем, чтобы и разведочка немножечко вперед пошла, и тактика. Угу. Великолепно. Уже три отряда за мной бегают. Так, Реймтал под осадой. Из Вландии кто-то взял в осаду Реймтал. Можно даже к Реймталу прогуляться, но тут пиндрайк, блин. Здесь Карнбансет. Ну и что, вернемся потом. Да, давай туда прогуляемся. Так, стопе. Это караван. Сколько у вас денег с собой? 11900. Это хорошо. Так, вот эти вот знамена продадим. Знамена. И ширпотреб. Сейчас вот эти вот еще сбруи вам скинем. 2400 осталось. Вот этого барахла еще накинем. Спасибо, до свидания. Знаешь что, в Пинкенок, наверное, заглянем. Угу. С ботаницами мы в ладах. Там как раз торговцу зайдем. Таверну зайдем. Ваши отношения с Кортеном ухудшились. Так, в таверне наемных копейщиков десяточка. Ну давай десяточку возьмем. Так, в торговлю. В торговлю. Поторгуем. Может быть, торговлю прокачаем. Древесина сюда заходит. Так, мясо сюда немножечко зашло. Зерна. Закинем, похоже, все мы закинем. Зерна по 11 золотых, по десяточке. Остальное все скинем. Уже вся, наверное, зашла, вся, да. 4900. Да, торговлю немножечко подкачали. Дальше тогда ширпотребом займемся. Скидывать. Минус 956 дарю. 47 косарей выручили. Так, 10 лямов 400 тысяч. Уходим. Мурнат Хузаицкий. Сианон Хузаицкий. Обалдеть. Просто обалдеть. Узаиды куда залезли, а?
сколько у нас там лучников-то сейчас? 98-108 пехоты. Рейнтал захватили замок. Ну и фиг с ним. Можно, в принципе... Не, у меня там преследование идет. Надо, наверное, в Бурнат и все анонс заглянуть тогда. Чтобы в таверне здесь на сестер меча Алана пойдут. В торговлю пошли. Поторгуем. Мясо. Немножечко закинем. Ну, вот эту вот всю броню. Ненужное одеяние. Second hand сюда закинем. Блин, минус... Да ладно, дарю. 2000. Так, уходим. До Сианона теперь побежали. 102 воина у нас в отряде уже. 124 раненых. Так. Так. 8 наемных копейщиков. Ну что ж, куда деваться. Возьмем. Тридцать тысяч торговцев. Ух ты, вся вот эта вот одежка залезла. Щиты. Да луки пошли. Минус 429. Дарю. Погнали дальше. Куда погнали? Может быть, до Варчага прогуляемся? Может быть. Прогуляемся. Мстислав там хорошо прокачивается. У нас по-прежнему 4 отряда, правильно? Правильно. Так, Варчаг. Таверни. Скандельброды новобранцы 9 человек. Соратников никого тут, кандидатов нету. Желательно бы стургов. У торговца 31 тысяча. Легендарный зазубренный дротик. Нихуя, ничего себе. Шняга какая-то. Ну да. Я думал, блин, он на самом деле, а он ни хрена. Так, оружие. Минус 324. Все, нормас. Ну пока так, возвращаемся в ландийские земли. Пиндрайку пошли. Опа, 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 опа. Ага. Пиндрайка не получится. Надо дальше уводить эту армию. Шла в стургийские земли, кстати. Разведка. У Мора угляжу я. Скорость путешествия по степям и равнинам. Плюс 2%. Ежедневный шанс улучшить отношения с известной личностью при входе в каждый город. Да, на 2% ему скорость путешествия. Закинем. Давай пошли их дальше уводить тогда. Гравету, может быть, еще разобьем, если получится. Ай-яй-яй-яй-яй, не получится. Двоих тут догнал. Они сейчас меня догонят, да? И 7, в принципе, могу оторваться. А, не оторвался. Так, гревит. Хорошие у тебя там, наверное, бойцы. Так, пешек воинов 75, воинов дальнего боя 11, херня, кавалерия 24. Воинов дальнего боя 22, кавалерия 22, пешек воинов 55. Ну, в принципе, можем пободаться. Давай до последней капли крови в атаку.
Если мои, конечно, стрелки не подведут, можем пободаться. Можем постараться. Soldiers! Move! Так, конные лучники, ну-ка давай попробуем в атаку вместе с кавалерией. Отвлеките их там, пожалуйста. Приостановите, может быть. Ну так себе отряды, кстати. Ну, так себе воины в отряде. Недавно набрал. Был разбит, значит, недавно. Пехота, пока там стоишь, металлочку метаешь. Все, пошло в атаку. Только давай на пехоту, блин. Лучники потихонечку отступают. Пехота куда-то не туда, да, побежала? Или туда, туда. Давай, давай, оттягивай их. Луки, давай вот так. Они на меня агрятся. Или нет? Или да? Давай, давай, луки, помогай. Знамя, знамя. О. Знамя Вандийское захватили. Так, пехота встала здесь. Луки сюда. Перегруппировочка. Что у них там? 33 лучника. Убегают? Убегают. Сукины дети. Догнать. Отправить в ад. Неким уже, наверное, догонять их. С ними. Так, Сильвинд. И не друг, и не враг Роганваду. Тогда просто в плен. Гревет. Вообще ни друзей, ни врагов. Давай в плен. Милых освободили зато. Не стоит благодарности. В плен мы возьмем. В плен, в плен, в плен. Любые охранники караванов, наемники, любые элитные наемные арбалетчики двое пойдут. Не все, блин. Не все, блин. Да. Ну ладно, хоть двоих. Хоть двоих, блин, взяли. Добычу мы забрали. Двадцать три воина подкачали. И дальше надо удирать отсюда. Так, побыстрее, поживее, братва.
Блять, поживее. Твою ж дивизию. Обложили. Обложили меня. Обложили. Идет охота на волков. Идет охота на серых хищников. Матерых и щенков. Хрен догонишь, Мурунат. Так, в таверне. Юных волков десяточка берем. Пошли в торговлю. Сколько торговцев? 12 900 появилось. Тысяч почти 13. Хорошо. У нас и товар появился. Ау. Шлемики там хорошие залетели, да? Да. Видел. Вот этот вот. Ну, еще можно вот этот вернуть. Подождем здесь некоторое время. Подождем. Так, а тем временем, что у нас в Стурге происходит? Ничего особенного. Уходим. Литгардис пытается меня догнать. Что, серьезно? 133 воина? Не боишься? Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Среди врагов Роганвада, конечно, нету. Среди друзей нету. Ну что ж, давай мы тебе... На тебе хоть оторвемся. Со стургийским отрядом. Лесными жителями. Фига себе. Ну, враг в атаку, да, идет? Давай-давай, лесные жители. Не посрамите свой разбойничий клан. Голландийских разбойников. Пехота в атаку. Давай все в атаку. Что там осталось? В основном лучники там стоят. Красавчики. В сухую с нашего клана никто не погиб. Так, бедолаг освободили, отпускаем. Плен взять некого. Ладно, пленников тоже отпускаем. Нехай домой бегут. Вот так вот красиво сделали Всеанон. Всеанон, да, заглянем. Всеаноне мы не были. В таверне охранники ботанического каравана шестерых. Потом до ветеранов качнем. Ну и в торговлю. У нас опять появились трофеи. Опять что-то закинул хорошее. Что, вот это закинул, что ли? Она у нас была? Ну-ка назад. Верни. Да что ты будешь делать? Запутался уже. Ну давай ширпотреб тогда выкинь. Да, залезет. Хорош. Ну что теперь? Кремтолу? Пошли Кремтолу.
Осадить замок, 50 воинов. Давай побыстрее, братишки. Подлечивайтесь. 56 еще надо подлечить воинов. Убыль прибыл. 59 воинов. Так, Миланка растет, ей уже 2 годика. Пускай она у нас будет хитрая, правильно? Правильно, хитрая. Все говорят, что этот ребенок очень похож на родителей, и верно, Миланка явно унаследовала от Трура. Хитрость, конечно. В ее глазах всегда видна хитринка. Любые сладости, оставленные на кухне без присмотра, пропадают через пару минут. Далее. И в то же время она переняла у своей матери. Так, выносливость, контроль, энергия. Пускай будет выносливость. Малышка иногда никогда не устает, а вот нянька приходится туго. Далее. Несмотря на юный возраст, дитя уже проявляет склонность к таким навыкам, как энергия и социальность. Помимо родительских черт, у этого младенца есть и другие интересные качества энергии и социальность. Масс. Готово. Готово. Миланочка уже большая. Так, может быть, разбить этот отряд, а? Продолжить. Пошли-ка, давай попробуем его догнать. А здесь тупичок. Ага. Опа, стурги, похоже, на Реймтал замок идут, молодцы. А я пока вот этого тогда, убыль, да. Разобью. И вам там помогу, если что. Так, кто-то там мертв, какой-то клан расфигачили. Вот так вот. Loose formation! Forward! Troop dismount! Loose formation! Forward! Так, пехота, давай сюда. Левый фланг. Лучники правее. Пойду посмотрю, что они делают. Возможно, на нас бегут. Музыка пошла, возможно, это канилуки. Канилуков у них нету. Да, они подбегают ближе, вроде бы. Или нет? И там толпятся. Застряли. Что-то игра какая-то тормозить начала. Застревания у меня очень много. Меня проходят дальше. Тот бой со стургами взять, это, конечно, балалажа пипец какая-то. Забаговались стурги. Ни хрена в атаку не шли. Опаньки, кавалерия. Пытались обойти, что ли? Ну, раз уж мы здесь с вами встретились, давай померимся копьями, шпагами, саблями. Сколько махал, махал, ни разу не попал. Странно. Обычно меня сразу высекают. Один пеший уже. Вандийский авангардист. Оп. Да ну ладно, не попал, что? Россия, блин, мне везет попу. Отлично.
Коню бежишь. Не надо коню бежать. Ух ты, ух ты. Извини, конь. Да блин, надо ближе подходить, что это за херня получается? Так и будем здесь время тратить, что ли? Где там остальные центровые? Стой, ты на месте. Такой стрелой не потрачу. На, молодцы. Хотя бы так. Хотя бы так, молодцы. Так, обходить, наверное, надо. Ух ты. Сюда лучники, а лучше вот сюда вот. Их вот у стены щитов повыше только подняли. Так, конелки пока там стоим. Ну, быстрее, блин, лучники, где вы? Кто-то перестал стоять. Конюхи ближе, кавалерия в атаку. Конюхи в атаку. Кто-то в атаку. Все в атаку. Четверых потеряли битву. Ну что теперь? Потихонечку, полигонечку. Сейчас буду за этими семерыми гнаться. А это не тот, это наш. Пятеро осталось. Молодцы, сбежали эти трое еще. Так, убыль в плен попадаешь. Всех твоих соколиков я отпускаю. Трофей оставьте. Голушом вас отпускаю. По зеленой-зеленой траве.
Так, одноручная. Узелаты. Кавалерия. Урон, наносимый одноручным оружием при езде верхом плюс 5%. Щитоносец. Отмена штрафа скорости передвижения для щитоносцев. Блин, и то ей нахрен не нужно, потому что коня у нее нет. Но может быть в дальнейшем, хотя конелук она, да? Не, почему конелук, да. Тогда кавалерия качаем. Она же у нас не пешком, да, она у нас конелучник, да. Да-да-да, не путай, не путай. Попутался я немножко, пардон. Так, тут подкачали воинов. Братишки, давай только, блин, аккуратнее, еще соточку вот эту вот. Блин, в Реймтал пошел собака. Он в Реймтал пошел. Пускай он выйдет оттуда. Не-не-не, зашел все-таки в Реймтал. Соточка там защитников прибавилась. Ладно, я с вами. Кого тут что прокачалось? Арагур-изгнанник, разведка. Так, бодрый шаг, скорость путешествия при боевом духе отряда свыше 75, плюс 2,5. Да, бодрый шаг ему качаем. Так, и знаете что, наверное, я закончу сегодняшний стримчанский, потому что надо на работу скоро собираться, надо отдохнуть. Как только с двух ночей буду, и побольше запилим мы прохождение. Так что, братцы, всем спасибо. До скорой встречи. Пока-пока.